Жух! Привет, друзья, подписчики мои! Это не просто видео. Это, во-первых, конкурсное видео. Сегодня будет битва. Но на самом деле сегодня я хочу сказать спасибо всем вам, потому что не было бы вас, не было бы и этого видео, не было бы этого канала. Ребят, спасибо вам огромное всем тем моим подписчикам, кто со мной с самого начала, кто со мной буквально вот только присоединился. Спасибо, что вы смотрите мои ролики, спасибо, что вы их комментируете. У меня самая крутая аудитория. Мы плывем на корабле по волнам YouTube, по волнам Beyblade, Lego, и скоро будет много всего еще интересного. И все это благодаря вам. Спасибо большое. Ребят, 41 тысяча подписчиков. Спасибо. Вот было просто 40. Я планировал записать крутое видео на 50 тысяч подписчиков, но столько людей написали мне: поздравляю 40, братиш, поздравляю 40. Вы просто вот реально, ребят, вы лучшие. Вы трогаете мое сердце. Мне реально сложно это говорить, потому что вас очень много. Вы очень классные. Я стараюсь сделать для вас уникальный контент. Я его придумываю сам. Я разрабатываю, тестирую. Что-то заходит, что-то не заходит, друзья. Но поверьте мне, мы будем с вами развиваться вместе. Ваши советы, ваша поддержка, ваши комментарии, ваша критика. Все это помогает и мне, и каналу расти и развиваться. Я провожу для вас стримы. Я отвечаю на ваши вопросы ВКонтакте. Я просматриваю ваши комментарии. Все просматриваю. Лайкать получается не всем, ребят. Прошу у тех, кого, кто просит сердечки, я готов поставить. Просто не всегда вижу, не всегда успеваю тыкнуть кнопку. ВКонтакте, пожалуйста, пишите ВКонтакте, добавляйтесь в Фейсбук, смотрите мой Инстаграм, лайкайте мой Инстаграм. Подписывайтесь на мой второй канал. Кто не знает, сейчас покажу, друзья. У меня есть второй канал, это называется он BrickZone. Здесь я рассказываю про Лего. Подписывайтесь, вышло очень много новых видосиков интересных, поэтому не пропускайте. Дальше. Ребят, все, вот вообще, вы крутые. Я даже не ожидал, что смогу чего-то добиться на YouTube. То есть, если бы не вы, ребят, спасибо вам огромное. Просто вот, мне прям, правда, сложно. Это очень круто. Мы с вами все крутые, вы мои самые крутые. Да, конечно, среди нас есть, конечно, и негодяи, которые там спамят, матерятся. Но я стараюсь чистить, роботы YouTube стараются тоже всех чистить. И спамеров, конечно, мы отсеиваем. Потому что, ну, ребят, так делать не круто. Что касается тех, кто, допустим, берет мое название, что касается тех, кто берет мои какие-то идеи, лайфхаки и о чем говорят Beyblade, мой фон, те, кто берет мой фон, да, в частности. Берите, нравится мой формат, нравится Beyblade в шаре лол, берите, я же не против. Только я прошу вас, во-первых, ну, как бы желательно, я не настаиваю, нет, это дело каждого. Нравится мой формат, я не против, берите, но желательно, что вы укажете, что идея взята с канала BrickZone, мне будет приятно. А когда вы наглым образом воруете, есть канал один, он маленький, не буду даже на нем останавливаться, просто так два слова скажу. Если вы воруете целиком мое название, то, ну, типа, это не круто. Это мой бренд, мой концепт, моя крутая история. И, типа, когда вы воруете прям целиком название, мой фон, мою заставку, ну, это не круто, вот правда. Особенно в жух мою воровать, но это прям, ну, совсем прям низко, ребят. Вот, поэтому спасибо всем тем, кто со мной, ваша поддержка, ваши лайки, вы все крутые. ВКонтакте, я там Фрида Лохоя, подписывайтесь, пишите мне ВКонтакте, там постоянно всем отвечаю. В группе ВКонтакте, ребят, отвечаю реже, поэтому прям сразу в личку. Сейчас я покажу, как моя личка выглядит, ребят. Кто не знает. Здесь кнопочка реклама, сотрудничество. И вот. Моя ссылка. Отвечаю всем всегда. Добавляю всех в друзья. Пожалуйста, пишите мне постоянно, всегда. Я здесь с вами на связи, я рядом, стримы. Дальше, что касается у нас декабря. В декабре я планирую отпраздновать 50 тысяч подписчиков, это будет очень круто. Никакого там поедания торта и прочей-прочей ерунды, куча подарков мне. Нет, ребята, подарки я буду дарить вам, потому что мы устроим новый конкурс, и это будет мега круто, потому что у вас самый лучший канал, вы самые крутые, ребята, спасибо вам огромное. В декабре у меня будет для вас куча сюрпризов. Во-первых, ну, буду не то что спойлерить, но просто расскажу, что вам в декабре ждать. Во-первых, это Espryzen S5 с набором. Во-вторых, это и Valtrayek V5 с набором. В-третьих, это куча блейдов от Hasbro. Это куча китайских блейдов. Интересно, посмотрим новые наборы, там всякое такое. Beyblade Micros, новые лайфхаки, новые там ролики на канале Лего. Мы собираемся снимать для вас фильм очень классный, друзья. Там будет пару короткометражек. Прям прошу посмотреть, это будет очень круто, вам очень понравится, ребят. Это касается, кстати, конкурса. Ну, который будет конкурс, там будет связан с фильмом. Посмотрите, все узнаете.
Дальше, что-то еще. А, ну, конечно же, декабрь у нас новая у меня тема. Это Infinity Nada. Ребят, очень крутые будут обзоры, крутые распаковки. Infinity Nada скоро на моем канале. Будет очень много всего интересного. Очень много всего подготовил, правда. И оценка каналов тоже, друзья, скоро вернется. Все вернется. И Лего Блейды. Декабрь будет жаркий, насыщенный. Очень классный. Собираем 50к. Поэтому прямо сейчас подписывайтесь на канал. Зовите друзей, делайте репосты ВКонтакте. Расскажите всем про мой крутой канал. Потому что он и вы крутые, и я крутой. Мы все с вами вместе делаем общее дело. Ну и так, дальше. Касаемо конкурса, друзья. Мы так и не разыграли Ахиллеса. Не разыграли, объясню почему. Потому что я одного Ахиллеса разыграл, а второго, ой, одного Волтроека разыграл. У меня он кончился. Мы на кону стоял Волтроек. Кто не знает, посмотрите ролик с итогами конкурса. И там был комментарий, хочу Волтроека. А у меня есть Волтроек, я думаю, да, почему нет, парень хочет Волтроека. Я отдал ему второго Волтроека. Поэтому в этом конкурсе я разыгрываю Зета Ахиллеса, вот такого классного, вот такой вулкан драйвер, вот такой у него диск металлический, вот такой у него верхний энергетический слой. Очень классный бэй, посмотрите мой ролик про него, прям мега крутой бэй огонь. И я читаю ваши комментарии, я вижу, что вы просите меня разыграть, так вот оно. Запускалка, которая вращает бэй и влево, и вправо. Почему-то для кого-то сложно такую запускалку найти, не знаю. Но, в общем, я ее разыгрываю. Она, ну, как бы я играл какое-то время, но она не такая прям заюзанная. То есть она хорошая, годная запускалка. У меня есть Фафнир, я сейчас протестирую, покажу ее вам. Ну и, конечно, чтобы получить два этих приза, ну, кому-то достанется пускач, кому-то достанется, соответственно, Ахиллес. Вам нужно сделать что? Подписаться на канал Бэйзон обзора Бэйблейд, да, естественно, это обязательное условие. Поставить Лукас этому видео, Лукас это лайк, и написать крутой комментарий, и написать, как бы, кого хотите, запускалку или Ахиллеса. И уже буквально через неделю, 3 декабря, ребят, прям неделька осталась, там 8 дней плюс-минус, 3 декабря я разыграю и Ахиллеса, и запускалку для вас. Спасибо вам еще раз огромное за 40 тысяч подписчиков, ребят, вы все очень крутые. Ну что ж, теперь, наверное, мне хочется как-то поиграть. Ну, такая будет небольшая битва у нас сегодня, как бы челлендж. Давайте, я уберу ноут. Аккуратненько постараюсь его убрать. И, соответственно, вот арена. Сейчас я с камерой разберусь, секунду. О. Положу здесь два приза. Один здесь, один вот сверху. Положу, классно. И, давайте сначала запускалку проверим на Дрейн Фафнере. Значит, смотрите. Влево. Жух. Что-то я слабо запустил. Неохота просто приспортить. 3, 2, 1, вперед! Идеально летает. Тормози-ка, брат. И, соответственно, вправо крутится тоже она очень годна. Ну что ж, и как я вам и обещал, сегодня будет битва. Вот этих ребят. Вот этих ребят. Я просто что-то потерял запускалки. Запускалки мои, вот они. Значит, давайте, Вальтрек первый, Экскалиус второй, Вальтрек четвертый, Экскалиус третий. О, как прикольно, да, смотрите, первый, второй, третий, четвертый. Давайте посражаем, наверное, как, вот так, Вальтрек, не, давайте Вальтрек с Экскалиусом, а этот с вот этим Экскалиусом. Во, я все классно придумал. Играем до 2 очков или до взрывного финиша, будет очень круто. Так, погнали, 3, 2, 1, вперед! Оу, выбивание с ринга 1-0 в пользу Экскалиуса третьего. Непривычная запускалка вот с таким вот у меня механизмом. Что-то я как-то не так схватился, видимо. Ладно, 3-2-1, вперед! Вперед! Да, надо к ней привыкнуть. Как нападает Вальтрек первый, посмотрите, какие мощные атаки. Я думаю, он, скорее всего, сам взорвется, но да. То есть, ну, понятно, такие атаки от маленького Блейда, ну такое. Так, дальше. Вальтрек четвертый. Вальтрек четвертый. Против Экскалиуса второго. Младший брат отомстит. Старший брат отомстит за младшего. Не суть, поехали. Вперед. Я даже не успел ничего сделать. То есть, я уже приготовился, но не успел. Ладно, давайте запустим сначала Вальтрека. Вперед. Очень шустрый первый, как второй Экскалиус. Ого, догоняет, дает пинка Вальтреку и продолжает нападать. Вы посмотрите, что творит. Но безуспешно. Конечно, Вальтрек просто мощнее и тупо своей массой его забивает. Но такие бои. Вот. Поэтому вперед!
Опять догнал. Была скорость бешеная, да, у Кускалиуса второго? Ну, понятно. Впрочем, ожидаем. Ну и в финале, до трех очков у нас встречаются очень крутая Виннинг Валкери и Кускалиус третий. Поехали. 3, 2, 1, вперед! Ого! Кускалиус уничтожил Виктори Валкери. Но это было неожиданно. Ладно, 2-0. Играем до 3, я же сказал. Ой, отвалился у меня парень. А, я неправильно там что-то сделал. Странно, я, короче, неправильно сделал, а у меня все равно почему-то запускалка просела сюда. Смотрите, не до конца вставлен, а запускалка просаживается. Круто. Ну ладно, давайте. Еще один бой. Вперед! Но это не считалось. Это я неправильно запустил. Так. Эх, Вальтеркам на этой арене что-то не везет сегодня. Погнали. Ну, я думаю, да, убедительно. 3-0 побеждает у нас Кускалиус. Он классный, но чип куда-то потерялся. Ну, я думаю, вы знаете, да, кто со мной давно, кто где его чип. Итак. Конкурс на Ахиллеса и пускалку. Нужно подписаться на канал, нужно поставить лайк этому видео и написать крутой комментарий. Итоги розыгрыша, ребята, 3 декабря. С вами был ваш любимый ведущий, Негомонный Блейдер. Пока-пока.